Даже большое отличие вампирского мира от общепринятых таких столбов, на которых стоит вампирская вся тематика. У вас странный способ. У вас, я к тебе так говорю, как будто, да, ваш мир? Да. Я имею в виду, да, в этом романе странная история с тем, что там не зубы вампирские, а вот это вот непонятное нечто, которым все происходит. Жало. На самом деле мы хотели как-то, чтобы это не было похоже на все другие общепризнанные, так сказать, каноны, особенно западные, и мы хотели, чтобы это было отличие, ну, в том плане, как сравнение с комариным укусом. Угу. То есть понятно же дело, что это компьютерная графика. Это компьютерная графика. Как не колоться в такие моменты? Потому что, мне кажется, это очень угарно. Ну, то есть когда ты начинаешь головой осознавать вот весь трэш происходящего со стороны, ты же, мне кажется, очень смешливо, нет? Да. Особенно если рядом с тобой в кадре Тимофей Трибунцев.